Мэр вручил грамоты и благодарности. Сегодня на предприятии работает более 500 человек. Они обслуживают несколько тысяч километров газовых сетей. Кроме того, продолжается работа по обеспечению газом жителей отдаленных районов и сел города. У нас задачи очень большие на текущий период, на ближайшее будущее. Нам необходимо выполнить программу президентскую по дегазификации регионов. Здесь в Сочи у нас очень много работы. Здесь и рельеф сложный, и много других нюансов. Но, тем не менее, мы находим решение всех этих проблемных вопросов. На сегодняшний день ведутся инженерные изыскания сразу в нескольких микрорайонах курорта, а также отрабатываются заявки по дегазификации в селах. Всего в Сочи в работе свыше 5000 обращений. Разработка схемы газификации города разбита на 4 этапа. Первые два планируется завершить до конца текущего года, а в следующем уже будет создана цифровая модель с каждой улицей и домом, куда необходимо подвести газ.